сейчас. Привет, друзья. А знаете, почему раньше люди вино пили, водку пили? Ну, потому что они пытались этим самым снять стресс. Пьяный, например, напьется. Я могу. Почему? Потому что алкоголь. А он, оказывается, в нашем организме есть. Если мы резко снимем стресс, например, подбирая приемы синхрогимнастикой, а у нас включаются эндорфиноподобные гормоны. И у нас сразу появляется уверенность в себе, и ясность ума, такое пробуждение. Так вот, в разных странах, почему алкоголь, ну, он поддерживал экономику, и в России тоже поддерживал экономику. Да, даже было время, Брежнев говорил, пиво, жидкий хлеб. Это для тех, кто не в курсе. Так вот, представьте себе, ну это же по неведению все происходит. Оказывается, можно вместо всякого алкоголя и вместо фармакологических стимуляторов и вместо кофе поддерживать уверенность в себе, да, поддерживать питание клеток кислородом и дополнительных веществ. Например, сейчас очень много говорят, магний нужен, калий нужен, кальций нужен и так далее, и так далее. Так если вы снимаете стресс, они у вас в организме и начинают вырабатываться. Да, и вот дефициты свежей пищи, свежего воздуха. Если вы снимаете стресс, ваш организм перерабатывает лучше. Лучше. Поэтому у нас есть игра, тренировка. 5 минут побыть собой, потому что быть собой – это счастье. Счастье, но тут же возникает противоречие. Как мне быть собой? Например, я хочу петь или танцевать или орать, как ребенок, как вы советуете, а я должен на собрании сидеть. Вот противоречие. Так опять стресс. А как же быть? Так в том-то и дело, что именно разрешение противоречий – это по существу организация целостности в системе. Чтобы сознание, подсознание и наше тело, то есть в целом, если говорить, дух и материя были согласованы. И стресс тогда снимается. Поэтому, если вы играете в детскую игру «Побыть самим собой», делать то, что вам нравится, ну, закрыв двери всего 5 минут в день, это как раз-таки разрешение этого противоречия. Таким образом, найден выход из тупиковой ситуации стресса. Если раньше стресс снимали вином или таблетками, то теперь есть синхрогимнастика с помощью подбора действий, синхронных к текущему состоянию в моменте. Вы тоже снимаете стресс и становитесь целостным. А целостность – это здоровье, как вы понимаете. Так вопрос в том, что при подборе этих действий, которые совпадают с вашим текущим состоянием в моменте, которые снимают стресс, у вас развивается изобретательское мышление, творческий подход к любому делу. Таким образом, если вы 5 минут в день, закрыв дверь, танцуете, если вам хочется, смеетесь, если вам хочется, орете, если вам хочется, стучите по столу, если вам хочется, ну, короче говоря, играете в ребенка 5 минут в день, будьте ребенком, сказано, будьте детьми и спасетесь, сказано. Очень много раз говорили устами младенцы, глаголит истину. Ну, много-много разных намеков, разных теорий на эту тему. Еще и говорили, играйте свою роль. Психологи последние годы говорят, играйте свою роль. Но они не говорят, какую именно. Так вот, я вам рассказываю. Именно свою роль, когда даже актер любой в кино играет свою роль, он ее играет легче, и она у него становится великой. Поэтому надо, чтобы было совпадение роли с вашей сущностью, с вашим состоянием в моменте. Поэтому, когда муж жене, например, заставляет ее играть не свою роль в жизни, она хочет быть такой, а он ее видит такой, и он ее принуждает быть такой, и она ради адаптации, ради сохранения семьи, и чтобы его поддержать,
она играет всю жизнь свою роль. И у нее давление потом подскочит, и она потом попадает в ситуацию и формируется фобия, тревожное расстройство. Потом она ко мне обращается и говорит: «Помогите мне выйти из этого состояния». А выйти просто 5 минут в день, не на улице, не в обществе, а закрыв дверь, побудьте сама собой. Что вам хочется делать, то и делайте. Хочется цветы сажать, а нет рядом цветов. Создавайте мнимое действие, что вы сажаете цветы. Вот это и есть упражнение синхрогимнастики. Хочется арбуз резать, а нет арбуза сейчас. Мнимое действие создавайте, как будто вы режете арбуз. Ну, когда вы делаете эти упражнения, вы вдруг замечаете, что стресс снимается. Вы выходите из этого состояния напряжения в состояние свободного сознания, возвращаетесь к себе и говорите: 5 минут в день, а мне плакать, говорит, хочется. Так плачьте, а мне, говорит, зевать хочется. Так зевайте, а мне, говорит, колотить кого-то хочется. Так колотите. А мне же кого колотить, скажут агрессивные. Да нет, вы закрыли же двери, колотите воздух. Понятно вам, друзья? Побудьте собой, и чтобы не было противоречия, разрешите это противоречие. Побудьте собой 5 минут в день, закрыв двери. И ваша жизнь начнет улучшаться. До встречи.